Вот в таком же положении, как говорится, не отходя от кассы, продолжаем работать с поясницей, да? Вот как мы делали с плечами накрест, да, руки, так же тут мы накрест их держали, да, чтобы они, не дай бог, у нас не соскочили, не расползлись. Вот так вот и вот так, соответственно, на другую сторону, да. Похоже на движение скручивания, только тут не совсем скручивание. Видимо, мы до этого еще дойдем. То есть, что у нас, основа какая? Там, где лордоза у нас, да, мы используем скручивающие движения. Там, где у нас кифоз, мы делаем проминание. Вот такие, да? В тело человека, вниз как бьем, да? Ну, иногда вот поясницу можно продавить на себя. Складки, да, да, да. Это я делаю постоянно. Мне кажется, что мы щипаем, да? Вот. До той степени, ну, это до середины грудного отдела, да? А сверху можно еще тоже вот так вот взять за эту вкладочку и растрясти человека. Ну, кому-то болезненно не делать, а тот, кто любит, так что кошечку потрясли, и уже там позвоночники чуть-чуть так они встряхнулись, да? Это перед мануальными техниками. Так, а теперь это только на вот это место. Обращаем внимание даже больше вот на переход. Значит, берем, возлагаем руку вот на эту косточку, где она, вот она, да, вот прям нащупываем, вот это, да, а эту на ребра. Но в данном случае мы давим только сюда, на ребра не давим, это будет болезненно, поэтому ребра у нас как бы придерживают рука. Вот, раскачиваем до той поры, когда последний момент находим, куда вот уже предел, да, вот видишь, она дальше не идет. И только вот в этом моменте, когда я его поймал, да, эта рукавичка практически, это последний момент только работает. Раз. Давим. И то же самое меняем руки обратно. То есть тут я только держу ребра, чтобы они не расползлись. Раскачиваю, ищу вот это движение. Руками ты должен почувствовать, где-то предел. И вот так надавить. Вот. Теперь давай попробуй ты. Так, вот так вот, да? У нас получается. Да. Да, вот так вот. Здесь косточку поймал, да, раскачивай, тут на себя, значит, качай. Вот это вот, сейчас у тебя рука рабочая. Так, качай на себя. Вот туда, да, вот туда заваливай, прям до конца. И? Да. Есть. Так, еще раз. Есть, разница получилась. Стой. И сразу меняешь руки наоборот. Наоборот. Ложишь здесь теперь. Да. Качай. От себя теперь эта рука опять рабочая. Та же рука осталась рабочей. Рыбу все-таки немножко туда давит, держи. В ту сторону, да. Везде есть нюансы, поэтому приходите к нам на тренировки, на тренинги. Да, поэтому все... нет, это очень важно, нюансы, потому что иногда руку не так поставишь, и еще что-то, и будет и болезненно, и травмоопасно, согласен, что постановка рук это очень важно. Да. Вот так вот, раскачай. И туда. Все, вроде понятно. Так, в следующем ролике мы тоже кое-что покажем для поясницы, для работы с поясницей.